Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Alan Wake. Есть мнение, что этой серии будет последней. На чем я остановился в прошлый раз, я, честно говоря, не помню, но суть в том, что я не играл уже дня 4, поэтому сейчас будем вспоминать. А, нам нужно было, там в прошлый раз я наверху включил, открыл ворота, вот эти. Но потом я вышел, и поэтому все сбросилось, так что придется пробиваться с боем туда по новой. Так, подожди. Мне кажется, они вокруг меня бегают. Это что это такое? Так, ладно, по-быстрому пробегаем. Пока что вроде никого нет, потому что в прошлый раз мы тут чуть ли не погибали. До того все было плохо и сложно. Вот сейчас я, кстати говоря, опять слышу. Так, набираем кучу всяких ништяков. А, вот. Сколько ж ты за мной гонялся, а? Ой, блин. Ну и я с непривычки, конечно же, профукал свою ракетницу. Вот так вот вечно отвыкнешь от игры, и потом происходят всякие непонятные вещи. Так, ладно. Сейчас мы открываем, короче говоря, ворота на свалку. И нам нужно будет как-то или отсюда спуститься, или лучше оттуда спрыгнуть. Ага, хорошо. Твою мать. Ты один такой? Нет. Еще бежит. Ну ладно, я не буду его испытывать, потому что их тут может быть очень много. Давайте-ка мы лучше свалим. Вот наша машинка. Хотя лучше вот эту, пожалуй, возьму. Она как-то мне больше нравится. То есть более приземистая, такая проходимая. И мы идем на свалку. Отлично. Добрый день. Так. Подожди. Что-то я разучился, как будто играл последний раз, я не знаю, там полгода надо. Твою мать, что происходит? Только не говорите, что моя машина застряла. И я налетел на бочку. Отлично. Блин, ну я не могу без машины. Мне нужна машина. Давайте что-нибудь придумаем, ребятушки. Чё за день сегодня? Не, наглухо застрял. Так, хорошо. Ну что поделаешь. Других машин тут поблизости нет, так что мне теперь придется на своих двоих, что ли, бегать. Это печально, надо сказать. Или я смогу вернуться за той машиной? Нет. Попал. Попал. Так, ну и что мы тогда имеем-то? Куда-то мне вон туда нужно идти. Машинок тут других нет. И чувствую, я что-то помню, что тут... Я вообще помню, что конец очень близок. Но где именно и насколько серии-то еще затянется, сказать не могу. Так что вполне возможно, что в этой серии добьем игру, потому что, в принципе, уже, ну, чувствуется, да, что все, развязка. Зейн вырезал у твари сердце, но она все равно не издохла. Тварь с лицом Барбары все так же ворковала о милых пустяках, но в притворную сладость был подмешан яд. Он надел костюм и отвязал чудовище от стула. Тварь слабо трепыхалась, но Томас держал ее крепко. Он вышел наружу, прошел до самого края причала и шагнул в темную воду, крохотным пятнышком света погружаясь все глубже, но так никогда и не достигнув дна. То есть покончил с собой, и с Барбарой, и вселившейся в нее темной сущностью. Таким образом, в первый раз нарушив планы темной сущности, но в результате через некоторое время она проснулась. Как только приехал сюда Алан Вейк, решил использовать теперь его в своих целях. Так, ну как бы там ни было, мне похоже хана. Потому что машины нет. Куда я без машины сейчас? Хотя ракетница есть, может, что и получится. Так, так. Что нам это дает? Тихо, братень, давай-ка не убивайся сейчас на ровном месте, вот еще не хватало.
Ладно. У нас все больше и больше проблем, я могу сказать. Так, секунду. Продолжаем. Судя по тому, что... Да. Ну, конечно же, проблемы. Я сразу как его убил, я подумал, что он начнет ездить в мою сторону. Ох, сколько у вас тут ёлы-палы. Так, ой-ой-ой-ой-ой. С вами-то я, пожалуй, допустим, разобрался. Вот что делать с этой хренью? Так, лови. Не особо хорошо, кстати говоря, прошлось по ней. Блин, еще идут. Готов. А теперь ты остался, да, у нас? Да, блин, как ты? На опережение, что ли, стрелял? Швырял, вернее. Так, еще и... Да что ж вы не кончаетесь-то? Хорошо. Так, давай, давай, не тормози. Я чувствую, добром это не кончится. Может, я в эту машину смогу сесть? Нет, она явно сгоревшая. Блин, не надо было сюда ходить. А! Жим. Ой, вон фонарик. Вон фонарик, давай, давай, братюнь. Да, блин. Тихо, валим. Валим. Надеюсь, ты не упадешь на меня. Это будет вообще печально. А, ну я так понимаю, что на машине я все равно сюда заехать особо не смог бы. Поэтому, ладно, уж насчет машины переживать боль не буду. Тем более, тут у нас новые есть. Так что, ладно. Нормально все. Хорошо, поехали. Ну где уже это озеро? Сколько мы уже? Третьей серии добираемся? Или вторую? Как бы там ни было, добираемся, мы уже порядочно. Кстати, меня люди попросили прояснить ситуацию по Alan Wake American Nightmare, является ли это полноценной второй частью. Ну, сами разработчики сказали, что это не полноценная вторая часть, это такое своеобразное ответвление. А вторая часть у них еще официально не анонсирована, это их заявление было такое. И что во второй части они планируют сделать все-таки открытый мир. Но потом что-то пришли новости, что они не планируют делать открытый мир. Короче говоря, опять же, все неопределенно, как и с первой частью. I told Barry my plan back in the well-lit room. I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Ну хорошо. Короче говоря, American Nightmare. Это. Да кто там звонит, мать вашу? В такое-то время. Я даже открывать не буду. American Nightmare это просто ответвление, и вообще очень маловероятно, что оно выйдет на компьютере. Все-таки это эксклюзив, проплаченный Microsoft. Специально для сервиса Xbox Live Arcade. Ой, то есть, какой аркейд? Ну, короче говоря, это скачиваемая игра. А мы тем временем пробираемся куда-то. Непонятно куда. Патрончики. Раздают патроны, значит, сейчас будет на кого их тратить. Ну, вообще было бы удивительно, если бы тут не было на кого их тратить, потому что это все-таки по большей части экшен. Никакой не хоррор. Экшен с элементами мистики. Так, отлично. Подожди. Хорошо.
хорошо. Кстати говоря, опять же, меня спрашивали, будет ли от меня прохождение дополнений, которые идут сразу с игрой. Естественно, будут. Это же все один и тот же сюжет. По окончании основной сюжетной линии сюжет совершенно не развязывается, надо сказать. И только пройдя дополнение, можно сложить более-менее полную картину. Но я их не играл, мне просто об этом рассказывали. Сам я как бы... не до того было. А когда эти дополнения начали выходить, я уже продал Xbox просто. Или он у меня сгорел. И я не помню. А просто дело в том, что у меня в свое время сгорало по очереди 3 Xbox. Поэтому покупать их по новой что-то меня налавливает, честно говоря. Ну, поначалу, помните, да, первую партию там с качеством вообще было хреново, и ГПУ у них там... Твою мать. Чё, где? Уф. Короче говоря, тут со своими рассказами о том, что на Xbox проблемы с термопастой были и с охлаждением. Чуть, блин, не прощёлкал. Так, ну я слышу, еще идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот не надо этого бензопилу я. Тихо. Да дохни ты, мать твою, за ногу, что ж ты не дохнешь-то? Сколько игр играю, везде, блин, мужики с бензопилами за мной ходят. Что ж такое? Что Cryofear? Что, блин, эта игра? Так, ладно, тут у нас есть фонарь, похоже, интересно, я... Да, похоже, мне нужно бежать. Блин, да не видно же ничего. Как неудобно сделан обзор. Так, ну похоже никого нету. Но это обзор что-то вообще невероятное. А, вон еще идут, смотри. Блин, ну давай развернись, братья. Вот в этот раз нормально. Так, хорошо. Но в эту сторону, я думаю, я не повернусь. Да, естественно. Так, иди сюда, братан. Подожди, его не убило, что ли? Ой-ой-ой, что я делаю? Блин, у меня паника. Подохните вы, мать ваша, ну. Уф. Так, там еще кто-то должен быть. Тихо. Так, давай, давай. Еще один должен быть. Ну ладно, вроде нормально. Фу. Ну я уже привык. А он у нас вообще в последнее время уже боевой парень стал. А уж насколько он, блин, супергеройствует начал в American Nightmare. Я в него поиграл. Ну буквально полчасика, наверное. Пока была возможность у знакомого. Ну, посмотрел чисто. Хорошая игра, хорошая. Экшен намного больше стало, но он стал гораздо более интересным, то есть зрелищнее. Враги там появились интересные, не просто какая-то деревенщина с серпами да молотками, а какие-то, блин, что-то там разделяющиеся на двух, короче. Ну, глупо звучит, но выглядит круто, вы бы видели. Так что, если у кого есть Xbox, то бегом покупать. Вещь, потому что того стоит. Так, темное место, в котором я оказался, было не похоже на все, что я когда-либо себе представлял. Оно не было прочным и твердым, оно плыло. Оно было умозрительным и субъективным. Для кого-то, творившего в иной области, оно было бы совершенно другим. Я чувствовал, как содержание рукописи окружает меня, как парят в воздухе слова и мысли, стремясь обрести реальность. Такие дела.
это все хорошо, но я, честно говоря, думал, что как только мы начнем эту серию, так, собственно, тихо, так, собственно, и доберемся уже до конца игры, а он сегодня начинается, так что похоже, что в этой серии мы игру не добьем, что ли? Я не помню, честно говоря, совершенно. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Далеко еще. Да, явно не успеем. Так, братюнь, ты, наверное, сейчас появишься где-нибудь у меня за спиной. Я в этом практически не сомневаюсь. Ну ладно. Патронов, конечно, не особо. Но, по крайней мере, есть. Тихо. Сейчас с воронами, видимо, столкнемся, потому что вон сколько их там кружит над головами. Так, подожди. Вы что хотите сказать, что я сейчас как Индиана Джонс заправский должен, что ли? Так, ну, давайте, поехали тогда. С Богом. Ох, что-то не нравится мне все это. А вон летит уже вранье. Блин, надо было стрельнуть ракетницей. Тихо. Давай, давай, поехали. Почти добрались уже. Ой-ой-ой, валим. Бежим. Бежим на твердую землю. Уф, хорошо. Так. Ладно, пока что вроде нормально все. Тихо, тихо, тихо. Давай, 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 братик. Подожди. А, блин, я думаю, что с камеры стало. Она опять их показывает. Хорошо, фонарик тащит. Так, я не могу тебя просто перепрыгнуть. Обязательно тебя толкать нужно. Так, ну давай, ну. Так, хорошо. Подожди, у меня ракетница не заряжена, что ли? Да не может такого быть. Ой, 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 не падай. Вообще интересное управление, блин. В Alan Wake. Ой. Ну ладно. Хоть парочку сожгло и пойдет. То есть инерционное. Да, блин. Прилегли. Сам не летаю, другим не дам. Хорошее такое. Ачивмент. Да блин. Ну вроде все успокоились. Отлично. Да блин, ну что ж такое. Вот из этих вот переходов камеры у меня он не успел еще остановиться, Alan Wake, и по инерции пробежает, пробегает несколько шагов. Тихо. Вот к этому пятну, оно его долбит, и я ничего не могу сделать. Проигрывается анимация, как бы удар. Поэтому не очень хорошо у нас получилось с этим боем. Ну да ладно. Добрый день. Так, это у нас стало быть... Посерьезней парень, да? Блин, да что ж такое? Да блин, что ж такое? Что произошло вообще? Я опять на эту шнягу наступил, которая на полу была. Ладно, пора, короче, их выжигать, кедрени фини.
Ой, блин, я далеко, давайте мы пока тогда. Итак, серия, похоже, долгая получится. Давайте-ка мы продолжим с того места. Так, ну и короче, вот, давайте вот раз мы попробуем быть поосторожнее. А то тут их что-то дохренище, надо сказать, этих пятен. Я ж не заметил, я думал, штуки 2-3, как обычно, лежит. А их тут прям, ну вообще. Так, я, ребят, все понимаю, это вам подарок от меня. Так, иди сюда. Лови еще одно. Блин, мне сейчас главное выжить. Потому что что-то вас... Что-то вас, ребята, до хрена тут. Ну ладно, если использовать все ресурсы, а не экономить, то тут все довольно легко получилось, как вы видите. Хорошо. Заброшенный домик какой-то. Причем явно давно заброшенный, весь прогнивший уже. Мне сюда вообще, по идее, да? Ну, судя по всему, да. Потому что вон патроны. Все дела. Там термос, по-моему, лежал, ну да пофиг. Зачем нам этот термос? Многие в комментах пишут: о, пропустил термос. Ребята, тут единственное, что можно получить с этих термосов, это достижение, что я такой-то, такой-то собрал 100 термосов. Все, они даже, блин, по игре ничего не дают. Никакого раскрытия сюжета, как эти страницы. Так что это абсолютно бесполезная вещь. Единственное, если кому охота вот на ачивки позадрачиваться, так, ну... Твою мать. Вот этих только не хватало, ребяток. Только не в лесу. Так, иди сюда, болезный. Да где ты, мать твою? Твою дивизию. Вон он ушел. Давай, иди сюда. Хапнул. Хорошо. Хотя можно было бы, конечно, обойтись без ракетниц. Но мне так охота. Я ими что-то то вообще в последнее время не пользуюсь. Так, где-то народ. У-у-у. Уф. Ладно, жив цел, орел. Хорошо. Так, по-быстрому давай. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Я не знаю, я что-то, блин, чувствую... Долго мы еще так гулять будем. Хотя, как знать. Там что-то пожар какой-то. Куда я иду вообще? По идее, по маркеру куда-то вон туда, к пожару. Ну, давайте пойдем. О, винт какой-то. А вот, собственно, и то, от чего этот винт был, похоже. Да твою мать, да... Самые неприятные враги пошли, да? Так, теперь ты. Вот в лесу с ним сталкиваться, это вообще, по-моему, самое худшее, что может быть в данной игре. Особенно если таких штуки 2-3. За ним просто не уследишь. Фух, ну все вроде, слава богу. Хорошо. Тихо. Да, тьма что-то вообще не рада, похоже.
Еще есть кто? Да вашу мать, все, что есть у него, похоже, выкидывает на меня. Да нахрен мне ваш термос. Что вы мне термосы свои суете? А вот тут, кстати говоря, хорошее место, чтобы обороняться. Спина, они, я так понимаю, подлезть ко мне не смогут. Только если спереди побегут. А это уже приговор. Но давайте. Супер! Так, ладно. Блин, мы, похоже, еще долго будем идти, что-то эта дорога не кончается совершенно. А уже и рассказывать не о чем. То есть, что-то под конец. Ой-ой-ой.